Привет, друзья! Очередная рыбалка, суббота. В общем, наступила осень, всю неделю шли дожди. Давление скакало, я не знаю. 3 дня назад было 757, на следующий день 735, потом 730, потом 746, и вот сегодня к 750. Как-то так вот распогаживается, был нарисован дождь, не знаю, но скорее всего будет. В общем, я на рыбалке, взял с собой 3 спиннинга, взял Маджор Крафт, сегодня доджер, буду сегодня пробовать джиговать. Взял, значит, Godfire 7.35 твичить, ну и все-таки взял, наверное, последний раз лайтовое удилище Маэстро 2.10, маленькие кренки. Ну, немножечко попробую, головля, а так, в принципе, сегодня буду пробовать щуку. Вроде как погода неплохая, воды все так же мало. Ну, дождей еще так как таковых не было. То есть они шли, но даже по хорошему делу землю не намочили. Ну, может, холод все-таки освежил щучку, поэтому буду пробовать. На неделе был 2 раза. В первый раз, значит, немножечко поплавал, буквально 1 час. Начался сильный ветер, дождь, уехал. Была одна поклевка на калибру. В общем, щучка подержала. Поклевка, хорош. Эх, и сошла. Калибра сработала. Хорошая поклевка прям такая, но сразу нападение. Ну, щучья, щучья. Ну, к сожалению, ушла. Потом следующий день приехал вечером, тоже было поздно, уже перед темном приехал с джиговиком, скажем так. Была поклевка на ворону, вытащил небольшую щучку, и потом вторая проводила прям до самого, вот до самых ног. Постояла, так щипнула за хвост и, в общем, ушла. Только капюшон снял. Опять дождь. Что-то зацепил, не пойму, что. Наверное, она небольшая, но она. Оп. Оп, 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 оп. Ну вот, друзья, первая. Первая небольшая, но она. Трава. Свал в русло. И был удар, а потом зацеп за траву. Думал, зацепил. А потом нет, пошла. Пошла, вот она. Ну ладно. Маджор Крафт и первая щучка. Ну ладно, погнали. Не пойму. Неужели? Есть. Небольшая, но первая есть. Рудра. Заброс вдоль травы. И первая небольшая щучка есть. Ну вот, друзья. Первая. Сегодняшняя. Небольшая, но это щучка.
И рудра приносит первую поклевку. Отлично. Прям буквально подальше заброс. Там кувшинка под травой, под водой. И буквально 2-3 ударчика и первая щучка. Галь встречает. Смотрите, как распогодилось. Я говорю, вот всю неделю дожди, солнца не видно было. И сегодня солнце. Но лучше было бы пасмурно. Она хоть щука жива. Хотя 8 градусов тепла. Водичка потихоньку охлаждается. Может и проснется какая. Хотя бы на килограммчик. Ага. На паузе. Треснуло. Вот. Это получше. Это получше. Ну вот, друзья, вторая на паузе. Эх, осень. Эх, осень, люблю тебя. Вот все-таки дожди свое дело делают. Смотрите, как берет. Прям надежно. В общем, еще была поклевочка, не стал я ее поднимать подхватом. В общем, щучка упала. Ну, бог с ней.
тоже небольшая. В общем, друзья, закончил я рыбалку. Проплавал где-то 3,5 часа. Было 3 поклевки щучьих. Ну, щучки небольшие, где-то грамм 700-800. Две поймал на рудру, одну поймал на ворону. Щуку в основном поймал на входе в ямы. По руслу пробовал. Ну, была поклевка шнурка. Также пробовал голавлика ловить. Голавль сегодня молчит. В общем, ну, в принципе, доволен. Поплавал, встретил, познакомился с одним товарищем. Значит, зовут его Сергей. Представляет он компанию «Акватик», уже известный в России по производству рыболовных товаров. Показал мне воблерки свои от «Акватик». В общем, интересные такие приманочки, надо будет попробовать, тем более наши, курские. В общем, подписываемся на мой канал, ставим лайки. Всем не хвоста, ни чешуи, и до встречи на воде.